Ну, две лошади только еще. Ну, нормально, в принципе. А здесь лошадь тоже... Вот Кракен сейчас послабее стал, слава богу, а то совсем... Надо его немного... Ну, вепрь, на самом деле, может представлять угрозу, по-моему, он с медведем в команде. Угу. Так, все, пошло соединение. Всем привет! Очередной Норсгард. Правда, в этот раз командная игра с Д'Артаньяном. Думаю, вы его видели в других видео, там и в Гремлинах он играет. Только, несмотря на то, что командная, все равно как ФФАшечка, потому что 2 на 2 на 2 на 2. То есть 4 команды. А еще уже у меня в самом начале, если каждый сам взять первую науку, будет бесплатный воевода, и можем зачистить округу. Сделаешь одного воина, а я воеводой. Да, да. Такая же... Считайте, как бы 4 команды, каждая сама за себя, так что это ФФАшечка, как я и люблю. Только командами 2 на 2 на 2 на 2. Ну, думаю, интересная игра будет. Пока, наверное, оставлю вебку или убрать. Ну, вроде пускай будет. Так. Я уже, кстати, давненько в команде не играл в Норсгарде. Предлагаю да, арбуза первого вскрыть, посмотреть его внутренности, спелый, неспелый. Говорят, что если он зайдет на полную топочку, реально тут ничего не изменится. Чем и хорош Норсгард, в принципе. Так, как там меня будет бафать белка? Запас ингредиентов можно... А, готовить трапезы для союзников. Да, слушайте, белка в команде. Круто. Так, проход у нас тут вроде есть. Есть у меня место под дерево. У меня два леса. Хорошо, или топор? Смотри. Ну что, хорошо. Два леса всегда хорошо. Не, один лес это да, а вот два это, возможно, было бы лучше, если бы какая-нибудь другая территория была. Ну, мы ж не знаем, что там могло быть, оно уже есть. Я всегда люблю, когда у меня быстро все строится. Не буду пока тут открывать. Так, берем с еды, начинаем. У меня три берега, по идее, да? Ну вот плохо только, что вот эта территория занята волком. Нету вообще никаких руинок, например. У меня из хорошего только, наверное, три побережья. А так нету ни руинок, ни кораблекрушения, ни овечек. У меня руинка есть. Но она с волком. Я так понимаю, что мы все на одинаковых территориях, да, по идее? Ну, не все там, получается. Да. Ну, с теми, кому мы напротив, типа, у нас да, одинаковые. Да, да, да. Да, вот так, по-моему, это так. Ну, то есть... такие же территории у ребят, которые прямо напротив нас находятся. Так, тут сразу лесопилочку. Блин, уже волк. Наверное, сразу, кстати, и лекаря поставим. Или... Нет, подожди, или здесь лучше? Здесь лучше в том плане, что сюда вообще никто не доберется. То есть, чтобы на эту территорию добраться, надо меня убить просто и все. Поэтому, наверное, все-таки сюда поставлю лекаря. Чтобы я всегда мог до последнего лечиться. А, нет, стоп, тут проход.
Так, мне тогда лучше сюда ставить, ну, потому что это в сторону моего союзника, с той стороны меньше шанс, что будет нападать. Тут, видите, вот тут проход есть. Так, кто там черный открыл врата? Побежал волк. Сейчас, наверное, переключу. Мне надо, чтобы дерево быстрее добывали, поэтому не надо, чтобы раненый дровосек был. Что-то на 20% меньше он добывает, медленнее. Еды-то мне достаточно. Так, следующую мы строим гавань. Потом учебный лагерь. Потому что деньги... Вообще мне тут в гавани надо... Ну, учебный лагерь, чтобы эту территорию зачистить, забрать. Но ее нету смысла забирать, пока не открыта колонизация. А колонизация, ну, у нас наука только с этого идет, всего лишь плюс 4. Плюс 2, по-моему, да, плюс 2. Так, ну, учебный лагерь здесь поставим, получается. Сюда пока не влазит. Он уже со своим берсерком. Быку очень долго до берсерка. Надо 15 железа и 250 золота. Окна по. Сейчас кусь забачок. Кусь забачок. Он у тебя там на краю спал, что ли, твой этот мудрец? Ну да, у него на краю и находится. Но я, он благо мудреца не покоцал. Как бы он вроде покоцал, но он дебаф на него не действует. Так, блин, сейчас уже будет 10 из 10, я еще не успел домик поставить. Ну, домик я тут буду ставить. Чуть отстаю от плана. Нам бы эту территорию открыть. Ну, я пока что, людей не хватает сейчас. Ну, та же фигня. Хотя, я, наверное, всё-таки... Ну, я одного отправлю. А я одного. Ну, а бы больше не мочит. Чтоб побыстрее. Ну, там волки я уже вижу, так что, я думаю, быстро зачистим. Так, давайте... Дом надо было, блин. Я немножко тупанул. Ауч. Ой, блин, я без колонизации взял. Ну ладно, это не так страшно. Одну территорию можно. Ну я подхожу. А сейчас я тут у себя волка убиваю. Готов. Ой. Да. Так. Что, может быть, тогда этих волков зачистим? Давай. Или у тебя там свои есть проблемы, нет? Ну, у меня пока не открыта территория. А, ну я вот эту открываю. А, ну а вот тут, ну тут там уже... Давай.
Так. Заберу в науку. Пошли тут открывать. Тут лечимся. Я пока его спрячу, если даже будет нападать. Хотя, я думаю, выдюжим сюда, давайте. Так, 133. Наука, еда. Так, давайте, наверное, склад один пока поставлю. Сюда. Ну, чтобы можно было эту территорию улучшить, и здесь, наверное, гавань поставить сразу. И потом после этой гавани уже добычу железа здесь. В общем, у меня денег мало. Можешь помочь, что у меня воевода вообще битый? Иду. Как бы побить могу. Бегу. Сначала улучшение территории открыть. Здесь, походу, эти гномы. Сейчас открою. Да, нет, я уже открываю. А, ну ладно. Ну, бегу помочь, тем не менее. Да блин, я ж тебе послал уже сюда, ну ё-моё, ну что с управлением в этой игре? Четыре волка. Но мне надо будет помочь, чтобы ты мне тут помог. Ну, ты вылечишься? Нет, сейчас мне пока другие приоритеты. Окей, так, надо тут... У меня воевода даже еще на кухне работает. Вот этого вылечу. Видите, потому что 20% меньше. Что там, рататуй? Так, вот у нас уже тут черный вот исследует. Территорию. Ну, черный он попробует, это он и открыл центр. Так, мне надо вот эту территорию на самом деле присоединить. Правда, будут проблемы с гномами. А как мне от них отбиваться, хрен знает. Так, ладно, не хочу пока ту территорию открывать. Мне еда нужна. Мне нужна просто пятая территория, чтобы счастье было. Но если я присоединю эту фигню, то у меня будут проблемы с гномами. И как бы отбиваться нечем от них без берсерка. Так, давайте я эту разовью зону. Поставлю здесь. Блин, мне надо эту территорию с камнем забрать, но мне нечем от гномов отбиваться будет тогда. А ты, если есть 5 камня, ну где-то здесь нету, будет 5 камня. Ну, типа один вот здесь камень просто, да будет 5 камня, если поставишь колодец, они же с ними подружишься. Они тебе все равно вернут этот камень и еще... Это я в курсе, я понимаю, но вот пока я буду ставить колодец, у меня как минимум одно нападение 100% будет. А, ну там этим воинам затанкуешь, а я прибегу воеводой. Ну, типа, твой воин точно должен справиться от гнома, если я еще своей водой приду. То проблем ну, не должно быть. Давайте добудем здесь. Сначала мы добываем 5 камня.
потом только присоединяем эту территорию, поэтому мне пока еда не нужна. Эту разовьем зону. Так, все 4 зоны у меня развиты. Почему мне нужна эта зона? Потому что у меня сейчас будет несчастье, когда появится 14-й. Мне 5-я зона нужна, чтобы этого несчастья не было. Но если я присоединю, я испорчу отношения с гномами. А, тут не пишет почему-то. Бля, почему тут не пишет? Она же писала. Блин, а где пишет, что испортятся отношения с гномами, когда территорию присоединяешь? Что-то ищу. Раньше вот на них... Ну, когда, по-моему, на территорию нажимаешь, да, вот на территории, там восклицательный знак. А, вот тут теперь пишет. Нет. Восклицательный знак. Ну, короче, поверьте на слово, что ты портишь отношения с гномами, когда рядом территорию присоединяешь. Так, и мне 80 еды вообще-то надо. Ты там все еще не вылечился? Нет? Не, у меня дерева не хватает, чтобы построить. Блин, просто очень надо этих волков убрать. Они очень неудобно нападают, мне очень неудобно бегать. Туда-сюда. Давайте, наверное, поставлю гавань, но пока не буду строить, просто чтобы имели в виду. У меня денег, видите, не хватает. О, ты уже с гномами торгуешь? Да, я сейчас поставлю хиллера. И после этого можно будет пойти зачистить. Ну давай, 5 камня. Есть. Ну, я не торгую, я вот 30% хочу дарим отдаю. А после этого уже можно торговать. Боже, ну как мне надоели эти волки, вот просто трындец. Ну почему вот отсюда бежит? Ну почему не этот бежит? Давай, ну, вот. Как этот? Как это работает? Он там хилит. О, так ты мне уже можешь это, типа, готовить трапезы для союзников? Да, но мне пока что еды 40 плюс 2 не хватает. А у меня 5 плюс 1. Я говорю, чтобы дать чека на 198 еды. Так, давайте, наверное, лесоруба отправим на... Мне сейчас деньги больше нужны, чем дерево. Так, ну вот видите, у меня плохое отношение сейчас. Ну, я, может быть, на зиму смогу дать. Окей. Просто мало еды, реально. Даже видите, плюс 8 вот сейчас идет. Несмотря на то, что сейчас никто не лечится, все на месте. Но мне надо 5 железа еще добыть и 90 денег. Ну все, я отхилюсь и бегу. Давай. У меня, в принципе, уже чуть-чуть до Торфина осталось. Все, готов? Да. Хожу. Раза хлопа убьем. Что? На меня гномы нападают. Одного. Да, окей.
Вот. Уже нападает и бывает. Да, мне надпись прошла, такой не знаю, куда они бегут. Ну, он. Обычно та, которая ближе, скорее всего, видать, сюда. Не, вон он, вон он бежит. Да. Не, он вон близко. Туда бежит. Да, он сюда бежит. Бегу. Блин, он на две напал, твою мать. Или там волки, наверное. Ну бежи, ну что такое, ну. Беги, точнее. А, или может быть... А, ты уже добываешь. Может быть, я на зиму хотел дать на добычу. Ладно, посмотрим. Ну, именно на добычу руд. Не, пока мне не надо на добычу руд. Я сейчас беру просто благословение Йорда и как бы... Все норм. Так. Ну все, больше мне твоя помощь не нужна, дальше, наверное, сам. Если только тебе помощь нужна. Мне вообще надо набить 500 боевого опыта. Так, ну и гномы уже на меня больше не будут нападать. Убить их тоже нету смысла, потому что они минус 100 славы тебе дают, зачем? Так, давайте камень. Яростный натиск, благословление Йорда. Все, готовлю на зиму. Зачищаем этих. Может, надо было долечить воинов. Так, собираем. Хорошо. Вы получили трапезу. Так. А я не знаю, чуть. А что это мне дало? Ну, вообще в плюс вышло. Сейчас потребление еды и дерева. Ну да. Да, вообще у меня сейчас все в плюсе, да. Круто. Но это типа специально именно для зимы? Да, это специально для зимы. Так, надо... Потом на лето, если у тебя будет достаточно еды, можем организовать двойной пир. Давайте-ка я вот здесь поставлю кузню. У меня, в принципе, вроде достаточно. Блин, землетрясение. У меня двое осталось, что ли? Чего вот этот побежал ремонтировать эту, а не вот тот, который бегал? Блин, у меня еще это вот в последнее время как бы Носгард стал очень странно работать. Тогда, наверное, лучше выторговать. Так, улучшим. Не, подождите, я начала поставить выковывать, а потом улучшить. Потому что я сейчас за 50 заплачу, у меня не будет денег ковку делать. Так, мореходы. Я, наверное, сразу и дружину поставлю. Так, помощь тебе где-нибудь нужна? Ну вот, три волка, если отобьешь, нормально будет. Бегу. Да там твоя эта башня отбила, короче, раньше. Ну вот этих 5 волков можно зачистить. Да. Да я, в принципе, и 5 драугров могу зачистить. Заскаутил, пока был баф на скауте. Угу. Только смог. Так, вот теперь развиваем зону, и пора учебные лагеря строить.
Сейчас заскаучу это, верну домой, потом Маша будет вверх давать. Ну, я дам на нас, и ты, возможно, тоже. И у тебя сколько еды сейчас? У меня сейчас 60 минус 9. Так, а что у меня минус 9 вообще? А, у меня несчастье. Ну, в принципе, если ты... Да, а что у меня такое несчастье, вот подожди. Вот тебе можно собрать территории. Тут что за хрень? Очень много железа. Хотя тебе, наверное, железо не очень, а камень. Да, да, мне железо не надо, мне скорее камень. Ааа, блин. Как мне счастье вернуть? Вот это мой второй камень, где ты зачистил, там уже конь рядом. А, надо тогда... скорее... с этим что-то делать. Мне нужны военные очки, чтобы взять на счастье. Мне надо троих убить хотя бы. Ну вот почему они в него кидают? Сейчас что у тебя по идее? Плюс 3. А вообще? 31. Я тогда подожду свою науку, которая... Блин, что так? Трапеза уменьшается и эффективность еды увеличивается. Так, давайте... Тогда потом дам. Сюда. Наконец-то, хоть по науке набрал. Так, теперь можно и домик построить. Только негде. Во прикол. Блин, реально негде дом строить. То есть тут у меня военный лагерь потом будет. Так, давайте я здесь, наверное, поставлю добычу камня сразу. Мне надо эту территорию забирать. Ой, тут, кстати, рыба. И рыбу добывать. И вон релик у меня сверху. Слушай, ну нам надо их разведать, этого. Ну хорошо, я справа там пойду. Скорее всего, тогда зимой. Так, мне надо еще одного убить драугра, чтобы завоевателя взять. Так, мне гномы тоже начали уже давать. И это, кстати, очень здорово, что только мы с ними торгуем. Ну да, не только нам двоим будет давать. Так, тебе эта территория сильно нужна, или я могу ее не зачищать? Ну, вообще нет. Она мне не нужна. Мне просто чисто для завоевателя. Мне только вот этот камень нужен. А железа пока у меня достаточно. У меня вот еще железо. Сейчас что по еде? 116 плюс 7. Окей, я даю перья, когда мой... подожди, подожди. У меня нету... Ну, у меня, короче, лимит по жителям. 16. Ну, у меня все равно долгий перь, пока строй дом. Я дам. Сейчас я уже дом сейчас построю. Он, в общем, не один месяц идет. Угу. Так, я, наверное, эту тоже забрал. Вообще не наверное, мне в любом случае надо... У меня всего 6 территорий.
Слушай, а если я вторую забираю... Что, дом достроил? Да, уже 90%. Дайпер. Тогда. А, ну ладно. Подожди, у меня уже нету сотни, я территорию забрал, чтобы дом построить. Сотня будет... Ну, сейчас скоро будет, короче. Это... Просто у меня на второй пер, не знаю... Ну, то есть я что, могу прям, как... когда длится пир, я могу сразу дать пир? Да, чтобы увеличить. Это не другой пир, который я даю. Понял. Ну, сейчас у меня вот уже 90 практически, плюс 10. Это, скажи, если я сейчас рядом с гномами еще одну территорию захвачу, они расстроятся? Насколько знаю, когда уже 30%, вроде они не расстраиваются. Мне вот тоже что-то казалось, что если уже дары идут... Вроде норм. Ну ладно, я сначала пир дам. Так, даю пир. Так оно складывается, получается. Ну да, складывается. Просто я думаю, мой пир пит кончит. А нет, нормально. Так, черный пошел меня дальше исследовать. Вон, бежит. Короче, надо готовиться к нападению. Да, и зеленый. И барак строит. Ну, он тебя скаутил? Он же тебя полностью не скаутил, так что бараки, может, против чего-то другого строит. Все, с гномами я подружился. Так, ну я сейчас проверю. Ну, если что, будь готов, я хочу эту территорию забрать. Вдруг он загрится. Это мой второй камень, мне по-любому нужно эту территорию забирать. Да, не портит отношения вторая территория, если больше 30. О, он меня уже двумя скаутами скаутит. Так, овец. Перебрасываем. Мудреца сюда. А кто там на меня? А, ладно, у меня тут гномы. Это Драугар пришел. Реально никто с гномами не торгует больше, кроме нас. Ну, возможно, у них есть свои гномы. А, такое может быть, что несколько гномов? Да. Фак. А нам разве не сообщалось бы тогда? Ну, она сообщалась бы, если была бы... Открытая территория? Ивент. Нет, ну... А, да, если бы мы видели бы других гномов. Что именно сообщалось бы? То, что есть другие гномы или то, что есть... Что они с ними там дружбу встали, там еще что-то. А, ну да. Нам уже открыть этих гномов, чтобы видеть. Так. Так, это призрачные мореходы. Не перебросил я. Ах, на тебя не могу на зиму дать, у меня мало еды. Да, нормально. У меня две овцы есть. Так что не пропаду.
Так, мне надо что-то здесь построить, чтобы улучшить область. И еще вот эту область бы мне забрать. Сколько у меня вообще сейчас? 7, да? Это явно восьмая. Так, ну вот эта группа, я так понимаю, что вот это не премейды. Это те, которые последние собрались просто. Ну, конечно, не факт. Черные, да, да. Ну, да, они последние зашли. Черные, черная лошадь. Поэтому, как бы, мне они... Ну, я их меньше боюсь. Ну, блин, ну я же выбираю... Ну, как вот, как тут эта хрень работает вся? На тебя и на меня нахвалят. Так, а где там у него... А. Бегу, бегу. Ну, там башня. Не успел. Надо, когда лето настанет, я хочу вот эту территорию зачистить. Ладно, пускай он это и это открывает. Еды у меня достаточно для забирания. У меня просто там еще релик мой. Надо переключиться на вид армии, чтобы следить за черным. А ты сейчас что-то добываешь или куешь? Нет. Ну ладно, тогда. Да. Думаю, может быть, на тебя тоже дать. Так. Тогда после этого пера дам на тебя общий. Видите, он тут сам лечится за убийство юнитов уже. Поэтому нету смысла. Тем более, как можно больше хочется убить. Так, а тут все исследовали мы, да? А, ну, пошли черного дальше. Умелая разработка, благословление Бальдра. Так, тут домик есть. Тут добывается. Так, мне надо... А у тебя что-то есть на выковывание, да? Ну да, да. Так, я вот сейчас я начну уже... релик выковывать. Ну хорошо, я потом дам. Да, блин. Черный решил вообще всего меня исследовать. Скажешь, когда? Блин, а ёб... Господи. Вообще, надо это зачистить, потом реликом заниматься. Но это трындец какой-то. И мне приходится бегать по всей карте, через всю карту. Это мрак. Все, выковываю. И сейчас сдаю. Так, а у тебя твоя чувиха занята, да, на кухне? Тут просто вот эти шесть... Ну, это она, тут шесть, и тут пять, как-то все-таки надо помочь, наверное. Ну, сейчас крафтим. Ладно, ты пока крафти, я пойду там релик соберу свой. Угу. Что меня задолбали, мне приходится через пол карты бегать, понимаешь, чтобы сюда от них отбиваться. Так, продолжаем улучшать учебные лагеря. Улучшен. Так, вот здесь надо будет построить. Блин, я там за разведчиками уже не успеваю следить. Ну, мне кажется, черного можно снести. Не знаю, конечно, что там у его напарника. И сильно ли мы боимся зеленого? Ой, зеленый только сейчас гномов открывает.
Я вот этот хочу улучшить сначала. Хотя там и тот можно. Так, мне опять надо где-то дом построить. Ну, черный бежит на тебя. Были, что Анфасос добывает камень. Я по мини-карте увидел, то, что прям на тебя нападался. Так. Надо убрать здесь пока. Мне не нужны сейчас пока призрачные эти. Так, что, как... по релику много тебе еще? Ну, я только 40%. А, ну я тогда еще один дам. Да, да, давай. Блин, у меня что-то счастья так дофига. Так, вообще, я бы вот эту территорию забрал. Вот этот зеленый собирает это. Ну ладно. Блин, я бы, наверное, на черного не нападал тогда. Меня что-то смущают зеленый с желтым. Ну... Я готов, типа, пойдем зачистим. А, сейчас ивент будет. Ну, да, давай, ивент. Все равно. А, ну да, там еще 2 месяца, пошли. Ну, я бегу уже. Хорошо. У меня черный так активно исследует. Да, черный просто решил все исследовать. Он меня уже полностью исследовал. Он даже вот эту территорию исследовал. Так. Нападаем. Вот смотри, там на тебя пошел, да, чувак. А, там Баша справится, там Баша, да? Справится. Ой, собрал одну. Так, я тоже реликс делаю на оборону. Так, а где мы? О, кайф, мой третий релик у тебя на территории. Вот это везука. Я до них выкрал. Мне кажется, они все же на нас хотят нападать. Ну, такое сомнение. Фак. Блин, там двое. Фак. Блин. Что-то много так событий происходит. Я даже не побегу уже туда, на самом деле. Слишком долго бегать. Так, тут рыболова сюда вернем. Так, тут апнем. Это, кстати, давно надо было сделать. И домик здесь надо, да? А, вот да, еще гнома. Зато я с ними тоже. Да. Но с ними, кстати, почему-то только желтый торгует. Ну, подожди, да, так такое расположение получается, что и вот здесь гномы, значит... И ну, внизу. может быть другие нейтралы. То есть у каждого по 4 гнома, в смысле, просто 4 гнома на карте? Не-не, я говорю, может быть это и другие нейтралы, не только гномы. Ну, типа, и 2 других нейтрала. Все, я выковал релик.
я бараки настрою на пока что на 14 человек. Сейчас надо я камень, давайте, наверное, добуду лекаря. Лучше, чем два барака. Так, блин, а где мне поставить реликт-то? Наверное, здесь поставлю. Так, этого надо сюда вернуть, если там будет нападать. Так, а давайте я здесь лагерь метателей топоров построю на всякий пожарный. Так, улучшаем мы вот эти бараки, потому что до этих медленнее всего будут добираться. Так, а кто тут? О, я, кстати, тоже гномов набил. А мне добывать вообще есть что ими? А, мне добывать нечего. А, не, вон есть железо. Разовьем зону. Строим домик. Блин, ну я еще два учебных лагеря могу улучшить. Так, инструмент знахаря пока можно убирать. Кузнеца. Сейчас у меня на 16 человек. Да у меня тоже. У меня тоже на 18. Ну это просто еще не апнул. Может там все-таки напасть на кого-нибудь? Ну вот после зимы можно, да. Вопрос только на кого? Ну кто вырывается черный по науке? Можно на черного. В смысле, я по науке вырываюсь? Не-не, ну я имею в виду после тебя. По своей просто я первый. Типа, можем просто сидеть и пытаться побеждать, если... Не, ну за быка, такое... за быка в это, сидеть в обороне странно. Ну да, ну окей, я говорю, можно напасть на черного. Да, у меня на 18, короче, армия. Знаешь, какое у меня предложение? Напасть вот через эту и эту зону. То есть эту мы зачистим, я ее присоединю. Угу. Эту, то есть вот оттуда, откуда он не ожидает, типа он не смотрит на карте. Или вообще, слушай, или вообще вот так. Ну то есть мы зачищаем эту сюда и вот сюда нападаем. Ну можно и так. Надо так, открыть территорию. Будет, тут. Если это у него территория, да, это... Раз, ну, раз, а, да, два. Там далеко идти, да. Да, точно. Так, вон зеленый куда-то внизу побежал, так что я думаю, они там со своими заняты. Ребятами. Так. Сейчас даю общий пир. Ой, блин, у меня уже 1100 еды и... Короче, мне надо пир тоже дать. Да-да-да, давай-давай. Потом тогда еще один дашь. А ты релик свой да забери, кстати. В смысле забрать релик? Ну вот этот. А. Она... Блин, я сейчас еще этих... Я сейчас еще призраков сделаю. Блин, зеленый возвращается. Так, почему-то иванизма пишет крысы. Они, наверное, иванизма на вот на черного с кем-то нападали. Так, нам точно надо на черного нападать. Ну, я готов после. Хоть даже сейчас, может, я можешь. Да пошли уже, я уже зачищаю. Да, окей. Ну я полностью нанялся, ты тоже нанимайся. Я тоже полностью.
А, ну все, отлично тогда. Я тебя вот тут жду. Ага, бегу. Ну, я пока 14, я могу 16, но ладно, давай еще одного приведу. Все, я думаю, по идее сильно проседу, но нет. В принципе, живу. Так, стой, стой, стой! А, окей, 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 стою. Че, не заходим? А ты сначала призраков? Заходим. Заходим. Ну, я думаю, что это точно минус, потому что, судя по всему, там на них вот те, которых мы не открыли, нападали. Я так понимаю, раз там Иванизм описал крысы, то, видимо, кто-то на кого-то там, не знаю, кто на кого, но у них там явно уже битва была. То есть мы хорошо дождались. Слушай, у него тут гроза, но я думаю, что грозу он использовал. Ну, тем более он на себя не может. Тогда через низ пойдем. Да, да. Там у него тем более... А, подожди, а, что, а почему тут... Нету никого. Что? Так, сколько у него? У черного 16. В принципе, как у меня. И у синего 12. Еще один бежит. Ну, мы, в принципе, должны справиться спокойно. Да, у него там сила плюс 3. Он бежит. Да, вижу. Ну, отлично, все. Да. Ну, им, несомненно, нападать не надо было, надо было... А вон еще бегут, кстати. Ну, им надо было стоять, ждать, чтобы мы напали. Я не знаю, зачем он так суициднулся. Тогда ну, пошли на центр. Зеленого, да, исследовать еще. Потом армию не сливать. У меня еще военное ремесло в тему открылось. Ну, блин, немножко бы пораньше, правда. Слушай, а давай, может, на них тут... Нап... Во всяком случае, я нападу, мне надо поубивать их армию. Ну, окей, давай. Да ладно. А ну ладно, ты убивай. Если нужна помощь, скажешь, я зайду. А, боже, сколько науки! А, обмазываюсь. О, еще синий привел армию, зашибись. А, так это они напали. Наоборот, это они напали. Ну вот, значит, черный ошибся. Ну, я не знаю, кто там еще с ним в команде был. Ну, погнали на зеленого тогда. Они явно ошиблись. Если те напали. Да, если те напали. Ну, у меня не все живы, но я сейчас сделаю. Если те нападали на желтого с зеленым, то, несомненно, этим ребятам было надо либо просто сидеть, либо нападать на нас. Блин, у меня все что-то повисло. У меня все стоят на месте, юниты. Это из-за ивента, скорее всего. Так, на зеленого или на желтого? На зеленого, на... Ах ты. Да, давай на зеленого.
Так. Ты нападаешь? В смысле, что, не видишь мою армию с тобой? Не, просто... меня... Вижу то, что у меня несчастье из-за твоих призрачных воинов. Вот ты спрашиваю. Ну они думаю, медленно бегут, да? Что я, что сделать? Ну, теперь мне надо слить своих людей, потому что у меня еды маловато, резко встало. А я могу пир устроить? Ну... О, давай. Так, заходим дальше. Тут желтый идет. Да. Ну, это не идет желтый, это так. Сколько? Это баловство. Да. Слушай, у меня вообще две овцы есть, может мне их тебе перекинуть? Ну, я пока сейчас ты передал, у меня с едой все нормально. Одну можешь на центр отправить, а остальную ставь себе. Он заходит всем. О, а желтый проморгал момент, понятно. Видимо, не сидят в Дискорде. Здорово, отличный суицид, обожаю вот такое. Да, я вообще не понимаю, один, что да. Людей заставляет... Ой, ты бы сказал мне, я тут поговорить решил, видишь, с тобой. Да, я хотел тоже своих слить. Что заставляет людей? Стоит армия прямо на границах, что их заставляет прямо в них заходить? Просто, я не подумал, хочешь ты, ладно, хочешь зайти, обойди хотя бы, если ты хочешь напасть. Но обойди, у тебя это твоя территория, обойди с другой стороны напади, раз тебе так хочется. Ты же просто мгновенно, ну, 3 юнита, наверное, просто теряешь, вот на ровном месте. Это еще в лучшем случае. Я вот сейчас потерял, по-моему, 4 юнита со всей этой армии. Ой, не 4, как я говорю, 2 юнита. Я одного. Ну, нам, наверное, надо будет и желтого добить, раз уж мы его открыли. Да. А, нет, зеленый... А, все, он потерял поражение. Так, слушайте, а там армия же желтого стоит снизу, да? Да. Слушай, так иди нападай, я его тут встречу. Да. Вот тут стоит армия желтого, он не может отсюда выйти. Так, только нам этого надо сюда, чтобы... А, если что, тот Кракеном играет, и сколько я помню. Или не было Кракена? Ой, я не помню, честно говоря. Вон, пришел желтый. Ага. Еще больше науки быку надо. Просто зачем он туда отступил? Затем же, зачем и не напал вместе с зеленым. Сдался. Так, ну что-то у нас дофига армии. Я бы кого-нибудь убил, а некого. Ну, как минимум, у тебя все уже 3000? Да. Мне надо хотя бы... Ну, пошли вот эти... Военный опыт набить. Пошли, так, а я буду эту славу и науку фармить. Я, наверное, пойду вот этих валькирий поубиваю. Они же там все равно заранее, потом еще заспавнятся. Да. Надо тогда исследовать карту к этим. Да, у тебя, кстати, вот упала шмотка, и у меня упала шмотка. Вот. О, отлично. Мне хотя бы 1500 набить, чтобы... Так, надо вообще полечиться. Иметь. Защитник. Медицину давайте, чтобы быстрее... Так, ну и надо карту реально исследовать. Ну, Ну делай скаутов, то я делаю скаутов, да, и ты делай. Да, я сделал троих. Ты давай снизу начинай, я сверху.
То есть я вот отсюда начну исследовать и так вот пойду. Да, все-таки 4 гнома. А не, не 4, трое гномов на карте. А там все-таки четвертые не гномы? Ну вот. Так гномы 4 тут. Гнома, ну 4. А где четвертый? Ну сверху вон. А, вон четвертый. Просто поровну 4 гнома. Каждой команде по гномам. А я думал, ты нам так повезло, а это всем так выдало. Так, эти ребята все додобывали. Надо переключиться на такой вид. Ну, кстати, те гномы, только раз мы тех выпили, только там небо шляют. То есть тебе уже двое гномов башляют? Да, да. Так ты император гномов, получается. Они, сейчас они ко мне еще и в тиму придут. Так, я там все вот открыл. У меня четверо гномов. Так, у меня что-то дофига железа, надо бы улучшить скаутов как раз. Улучшаем скаутов, улучшаем мудрецов. Потом еще 17. Улучшаем крестьян. И улучшим... Не... Да, крестьян и улучшим пос... Или... Да, поселян. А вот я, кажется, нашел. А я, кстати, могу пробовать даже поэтому по славе выиграть. А мне я по науке могу попробовать. Мне сколько? А, ну мне много на самом деле территории присоединить. И вот они зачищают медведь. Да, второй вепрь. Странно, что вепрь отстает так сильно по науке. Ну, для нас это хорошо. Не, подождите, стоим. Пока стоим. Это я чисто ради науки, чтобы больше науки получить. Ну, армия простаивает. Ну, убьют пару юнитов, не страшно. У меня и денег дофига уже. А ты 3000 набил? 3000 нет, у меня, я даже говорю, полторы не могу набить. Но я сейчас вот этих завалю драугров, при драугров стоят. Мне вот интересно тот второй оставшийся из... Ну, который Lucky вот. The 13, он вообще... Напрягает фиолетового или так, просто сидит, развивается, чилит дальше? А, он, наверное, просто развивает. Ну как, он постоянно на последнем месте, а по науке нас немного достает. Просто было бы здорово, если бы он на них понападал. Или они на него. Так, мудрецы улучшены. О, красный бежит нас исследовать. Ну да. А, кракен это синий. Ну, у меня, если что, четверо гномов будут дефаться. А нам надо дефаться вообще? Ну, если он отправит на... Давай вот сюда нападем. Или... Ну, типа, просто отожмем территорию, а что он сделает? Я вот, точнее, я просто сейчас вот сам сюда встану, ну, пускай, что он будет делать. У меня тут армия как раз. Ну, он приведет, наверное, вепря. Ну, отлично, отлично будет свининка на зиму. Так, вон бегут, бегут красные ребята.
коммунисты, наверное, или эти спартаковцы. Так, фиолетовый вон там ведет. Ну мы сейчас просто отступим. Ага, чтобы они просто так не сидели. Вообще, я бы постоял тут пока. Так, сколько у них? 23. Всего 23? А, еще... Нет, ведет еще. Так, сколько? Всего 39 там с гномом, с вепрем, с воеводами. Отлично. Ну, я могу еще... Ну, то есть у меня 10, я могу еще 9 сделать, если что. Вопрос, надо ли? Ну, то есть... Вон, бегут, ну, бегут. Ну, мы, да, нападать не будем, потому что... По вепрям, да, отходи, вот, отходи. Если... А, ну, давай отойдем, окей, даже так. Вот, наступление. Просто так, я давай вот тут встанем. Пока у лагеря сгорят. Не, ну, слушай, у них все-таки армия побольше. Смотри, он один идет. А, не идут, они все вместе. Тогда давай, да, наймемся. Они там видят нас? Ну, да, вроде должны. Так, сколько? Ну, нам надо на твою территорию отступать. Да, вот сюда. Скорее всего. Да, отходим вот сюда. Я оставил там призрака, пускай убьют. А-а-а. Отходи еще. Не, тут... Стой, не отходи. Да у меня армии не было еще. Вот тут... Просто тут нормально, во-первых, у меня релик. Все, они все умерли. Ты воеводу можешь отхилить. Кстати, тоже. Он пока сам хилится. А. Ты помнишь, он получает хил за убийство. Да. Сейчас мы с свининкой получим. Да блин! Куда вы побежали? Затащили. Кстати, полакомимся свининкой. Если есть пир, то... Пир есть. Было бы нормально. Да, давай, я на тебя дам. Просто там метель будет. Ты видишь, у меня уже практически вылечился до конца просто этот Торфин чисто за убийство юнитов. Отлично. Туда этого Криса, а теперь Блюз энд Плиз. No way. А вот это про то, что в FIFA не надо обижать оппонентов. Надо нормально разговаривать. Заходим? Да. Как минимум вепря будет поменьше. А, я, кстати, еще и на зиму нам дам тоже на двоих. Я бы на месте этого синего еще бы на фиолетового напал, чтобы он реально почувствовал, что такое крыса. Ну, то есть, вот смысл синему помогать, он тут, ну, как бы без шансов первое место не займет вообще никак. Начну-ка я с тобой железом торговать, что у меня железа очень много, одевать его некуда. Ну все, заканчиваем красного. Заходи, алло! Да. А. Блин, ну ты даешь. Да я просто пирожку давал.
овцу зарезать. А где центр фиолетового? Что-то очень интересно он тут. О, Кракен все-таки ко мне пришел. Ну ладно, мы потерпим, давай красного добьем и вернемся ко мне. Хорошо. Там на тебя Кракен на центр направил. Да, да, у меня, я говорю, у меня гномы дефают. Да еще и поселяне. Все, я возвращаюсь к себе. Да, я тоже. О, тот сдался. Блин, неприятно, дерево кончилось. Блин, как у меня бежит этот через жопу. Так, ну у меня минус 20 еды и 0 еды. Ну, я дав... при этом еще пехушка на тебя действует. Ну, сейчас минус 13 стало. Так, ты мне поможешь армии? Да, я бегу, бегу. Ну, то есть я просто нападать или нет на него? Сейчас я подойду и тогда нападем. Блин, он там еще этих там направил. На мейн, да. Ну, я думаю, заходи, а тут ажмет. Заходи. А, ладно, отжал уже. Ну, я готов. А... Ну, да, пошли, что да, ты мне что-то говоришь? Зачем ты что-то говоришь? Ну, я просто говорю, иди, и все. Окей. Заходи. Да, 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 захожу, захожу. Боже, вот эти фанаты микроконтроля я просто ненавижу. Так он юниты двигает просто. Ну, ну вот и что, будут сейчас нас еще держать полчаса, да? Так. Я расформировываю армию, у меня минус дикий по еде. Я, кстати, хил на тебя даю. Если что. Ну и на себя тоже, и на тебя, чтобы все люди похили. Блин, к сожалению, все, кстати, это сгорит у меня здесь. Передай, не, передай эту территорию, если... А, у тебя минус еще по еде, да? Ну, просто ты... Нет, не у меня хватит, плюс 4. Да, у меня плюс 4 еды. А сколько забрать, чтобы эту территорию? 140. Просто ну, если бы передал мне... Но будет 110. Будет 110. Вот. Не, ну а смысл? А мы, нет, мы, тут, это... мы тут уже победили. Ну да, в любом случае. То есть у тебя все нормально, ты сейчас можешь просто пойти армии и... говорит, ливните. Ну, видишь, у него тут нету шансов никаких. Кстати, я апну лекаря. Вот, у тебя практически... Все поселяне подхилялись. Да, спасибо. А сейчас это обычный
Супер. Дам. Давай. Не знаю, на что он надеется. Он надеется, что мы ливнем, да, я так понял. Да, это последняя надежда. А у тебя армия еще есть? Да, у меня 5 человек, 1800. Так иди, может, иди на его территорию, это становись, что-нибудь поделай. Если он будет на тебя насылать этих, я просто быком своим приду, отобью. Окей. Хотя не думаю, что он будет насылать, я думаю, все, что он мог, он наслал уже. Да, так, он тоже дерево. Нажимается. Сколько он на нем? А, фигня. Так. 5 метателей топоров. Так, мне кажется, надо одного сделать воина, потому что у меня воины дают бонус ко всем моим ребятам. Да, я скаута, если что, отправил его исследовать. А, так мы уже видим его центр. Ну, я его уже исследовал. Тогда нафиг надо. Ну, вот синий не очень приличный человек, мягко говоря. То есть тут понятно, что он проиграл. То есть он чисто наше время тратит. Сейчас. Он проиграл в тот момент, когда вот эта команда полностью сдалась. Еще поднанялся. Уже посерьезнее. Ну и пожалуйста. Хочется ему время. Свое же тратить. Вместо того, чтобы новую игру где-нибудь начать играть, вот он такой фигней занимается. Ну ё-моё, скаут. Взял он. Что взял скаут? Да, ну, я хотел сюда ему напасть. Он взял, да, умер, скаут. Там немного осталось заисследовать. Но я против тому, у него еще поле. Против поля, может быть, я и не вывезу. Но я хочу хотя бы у него территории подбирать. Это я точно могу. Да, он, кстати, реально что-то мало территорий в свою эту... Он даже на меня нападал, смотри, ни одну территорию в Кракена не превратил. Да, ты тут его, короче, один уже в это вывезешь. Не знаю, куда он побежал, на тебя побежал. Мне игра пишет, что вашему союзнику нужна помощь. Да, это да. Так? Ну, он на тебя побежал в отчаянии. Ну, удачи. Я готов.
Подожди, не захватывай область, давай мы его армию убьем. Ну окей. Или... Или... Слышь, давай по приколу территории. Да, типа, давай. Он не хотел сдавать, давай, мы его должны заставить сдаться. Эх, блин. В принципе, план реализовался, но он... Ну вот, сдался. Да, ну вот 10 минут лишних, считай, сидел чувак. Зачем? Что он хотел доказать? Кому? Ну, тем не менее, просто пока мы были далеко, уже до мейна тебя дожал. Ну, кстати, вот похоже, реально вот эта команда черная с синим, я бы сказал, что выиграли нам игру именно за счет того, что они в крысу напали на фиолетового с красным. То есть иначе, возможно, бы фиолетовый с красным вынесли желтого с зеленым и усилились, а мы бы вынесли черного и синего. И в конце было бы две сильных команды, скорее всего. А так у нас получилось, что мы просто вот катком прошлись по этим. То, что у красного, кстати, много было. У него было 22. Ну, там с вепрем. Правда. Ну, я не знаю, вепрь считается, нет, но у него было 22. Война. Да, вот, вот я смотрю, смотрю, что красный напал на желтого. И в это же время практически синий на фиолетового там посылал... как его? Призрачных воинов. Да, призрачных воинов. И черный тоже туда нападал. А, интересно, во время метели так чуть. Так, а давайте статистику глянем еще по дружинам. Да, смотрите, сколько нанял красный. Но это им не помог. Красный и фиолетовый. Метели, 19 и 22 где-то, да? По идее. Изи, все равно наша армия просто... Ну, смотрите, смотрите, звук, я потерял, походу... Ну, красный, понятно, 3 юнита, что ли? 3 юнита. Ну и по дереву, да. То есть это мы убили, вот еще синий, ну синий вообще нанял что-то 15 юнитов, это несерьезно. Ну и все тут. По золоту. Фига у тебя денег было постоянно. Немерено. Что с населением? Ну да, я как бы фул нанимался, мне девать. Так у тебя и денег было дофига, и население было дофига. Тут ты уже один даже мог дальше побеждать. Тем не менее, во время метели у меня кончилось дерево, и я тоже заболел. Но у меня не так много больных. Ну нормально. А сейчас за... А после... Зато после метели я что-то не контролировал дерево, и у меня... Чуть ли не 2000 дерева накопилось. Чайник. А на что уровень трапезы влияет? Вот написано уровень трапезы первый, второй, третий. Сейчас. И это получается на качество трапезы. Есть первое там вообще. Скажу... А нет, я не скажу. В общем, там, по-моему, сначала 10, 15 или там 20-30%. Слушай, ну я смотрю, да, вообще иметь белку в команде читерно немного. Нет, ты так не думаешь? Ну, опять же, я мог и лучше отыграть, но в плане то, что больше на тебя буду давать. Но, тем не менее, как... Просто получается... Ну, а какие еще планы вот в команде на другого действия? Ну, кроме как там помогать юнитами. Ну, коза неплохо, они по КД обычные перы. Ну, это просто обычные перы. Так это все так друг на друга могут действовать. А тут еще ну, вот этот... У козы еще больше, чем у дракона. Ну, а так, да, белка, она неплохо бустит. Но у нее просто... Ну, других как бы привилегий нет, она себя бустит, но и при этом, да, и на тиммейта они... Ну ладно, спасибо за игру. Было да, весело, взаимно, в принципе. Спасибо. Спасибо, что посмотрели. Вот такая командная партия 2 на 2 на 2. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!